Пацаны, Full 6 опять АФК, пару дней назад я только выкладывал видос, наверное, неделю тому назад, как Full 6 был АФК, и снова Full 6 АФК в штурме, и опять будут писать постанова, но постанова так постанова, пацаны. Ё-моё, спавн на шелтере, пацаны, ну блин, если в этом видосе будет чуть больше, чем одна катка в штурме, а я... В принципе, думаю, что будет больше. Я думаю, будет каточки 2-3. Вот тогда я расскажу, в чем прикол спавна на шелтере. Так, никого? Никого. Ну, там особо нечего рассказывать, просто... О-о-о, киллбоксич! А ну иди же ты сюда. Ребят, пока бегу к киллбоксу, скорее всего, это бот. Прожмите, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. 75% зрителей смотрят канал без подписки, а это значит, что вы все равно возвращаетесь. И тем более мы идем к миллиону, пацаны. Пихарь даже брать не буду. Не поленитесь подписаться и прожмите лайк. Пожи. Ну тут тишина. 22-я минута, здесь даже штурмича пока не слышно. Так, босс закрыт 100%. Ну, давай хотя бы СКС-ку мы возьмем. СКС-ка это не пихарь. Так, что у нас здесь? Опять скорпион, шлемак и пулемет. Слушай, пулемет в штурме это имба. Пацаны, теперь мне нужно сделать правильный выбор. Побежим на того босса, солевого. Или на этого, что с дробовиком. Дверь би у нас. Блин. Я думаю, все-таки лучше на этого побежать. Потому что около солевого босса там два спавна для штурма. Один, по-моему, вот прям здесь, а другой где-то вот здесь, 100%. Поэтому нужно бежать сюда. Перезарядочка, естественно. Хотя там киллбоксы можно поискать. Ну ладно, уже выбрали этот путь. Бежим по нему. О-о-о, там все понятно. Но это в ратке, наверное, в самой. Или на льду. Наверное, в ратке. Хотя, возможно, и на льду. О-о-о! Два киллбокса! Но не может быть, что прям... А, один. Показалось. Хотел сказать, не может быть, что это две псины. А патроны только что были в нем же. Алло. Баг. О-о-о, вот и псины. И босс жив! Ёлы-палы, пацаны. А оружейка открыта. Будем надеяться на золотого босса. Сейчас забираем псин и будем вручную тогда крепить. Да ладно, только одну убил. Ё-моё. Только одну убил. Ого. Валим. Они очень агрессивные. Очень. Еще одно попадание, я все, ГГ. По какой я валил изначально? Не по этой. Ага, еще есть патрики. Ой-ой-ой-ой, тогда может и хватит. Патрики Спанч Бобы нам, по идее, в идеале, нужно было бы вальнуть еще ботинка, забрать у него холодное оружие. Тогда я бы босса забрал побыстрее. Так, псин доберем. Но мне не хватит патронов. О, а может у этой псины что-то есть? Есть. И кинжал есть, найс. Ну, все, я ухожу. Я мирный. Не, тут лучше свалить, потому что меня очень часто они вот таким вот образом закрывали. Хилимся. Самое обидное будет сейчас то, если мы начнем закрывать босса, нас просто придет закроет шестерка и заберет весь лут. Я думаю, такое бывало с каждым, кто играет в штурме. Напиши в комментах, если бывало. Все, патриков нет? Слушай, 20 патронов мне не хватит. Не хватило. И 4 не хватит. И 4 не хватило. Блин.
Просто сейчас вальнуть бота... О, а тут, по-моему, закрытый бот был. Пока закроешь бота, потом нужно ждать, пока закончится режим... Вектор видел, был только что в ящике? Внедрение или как там? Статус внедрения восстановлен. Это долго ждать. Можно побежать на лед? А где здесь бот павнится? Вон он. Ох. Вот за это я и говорил. Но это не шестерка, это штурм был. У меня брони не было. Ого, 19 минута, вот это я завтыкал, пацаны. Сорямбыч, мой провтык, потому что я отлучился. Но, кстати, запустила, наверное, за минут так 14-15. Я думаю. Ну, корабль смысла явно не имеет лутать. Сейчас залутаем этого босса. Потом побежим опять-таки на того босса с собаками, с Айгой. И побежим в ратку. Почему бы и да? Блин, ну ты меня так чётенько, конечно, ваншотнул. Я даже не уверен, хедшот ли это был. Мне кажется, он просто попал в тело и... а-ля улю. Ладно. Забили, проехали. Забираем броньку, надеюсь. Возможно, красненькую. Возможно, кто-то... Угу. Золотую оставил. Штурмовики тут уже все подлутали. Блин, я очень поздно... вернулся в комнату. Я поставил на подбор штурма и свалил. К сожалению, ребят. Блин. Ну, бежим на босса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты сам слышишь, что там происходит. И этот тип крепит босса через окно или так? Не, так просто. С МКшечкой. Ё-моё, сколько там киллбоксов, пацаны. Я даже не знаю, что нам делать. Он в любом случае, мне кажется, будет выходить сюда и бежать либо же на эту канатку, либо же на эту. Шансов забрать его у меня 0 из 100 с таким оружием. А вот на самом деле я хотел бы, чтобы он свалил, и я подлутал эти кейсы. Вдруг там что-то он не забрал. Топовое. Подожду пару минут. Ага, вон он. Ну, ребят, я думаю, тут бессмысленно. Просто бессмысленно. А ты что именно с таким зажимом? Ёлы-палы, вот это я лоханулся. Как я до сих пор живу, я хз. Ну, я просто... Мне показалось, что это не фулл 6. Мне показалось, что он бежал в пятом сете. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй, тупанул. Да и он что-то не особо за мной бежит. Короче, он если будет меня ждать, то будет ждать на том же месте. Это что такое? Нихера себе, тактический подсумок, спасибо. Ой-ой-ой, два кейса! Он явно не ожидает меня увидеть с этой стороны. Еще кейс. Три кейса! Пока беру все подряд. Ага. Капец, там куча киллбоксов, здесь киллбоксы, и нихера нет толкового. Да, на грани, конечно, у меня патронов до утра. А здесь ешечки. О, это пойдет. Ешечка в штурме всегда приветствуется. Теперь надо аккуратненько. Он в радиацию, скорее всего, убежал. Я не думаю, что он будет ждать меня. А босс где? Здесь? На месте? Юбизи улучшенная. Да блин. О, вот это оно. Жаль, шлема нет. Шлем он, скорее всего, подрезал. Оружейчка, чек. Понял. 9 аптек, пацаны, 9.
Ёлы-палы, это что здесь было? Ничего себе! И лута тут, наверное, для меня просто ноль. Одни собаки. Опять-таки рюкзак. Лимак. Все. Дичь. И здесь... Ну, это обидно, вот когда в штурме находишь кучу всего, и по факту у тебя нет ничего. Да. Тут еще кейсы. Не фартануло, не фартануло. Бежим в ратку. Опа. Еще киллбокс. О, тут хотя бы разрывы есть. У меня есть разрывы? У меня и разрывов нет. Так, начищенные мы заберем назад. Подсумок закинем на себя. Ладно, я думаю, если бы он был бы где-то здесь, он бы меня уже закрыл. Ё-моё, сколько разрывов! Я не заметил сначала. Да ладно. Еще и хаешки. Бинты скину. Мок скину. Пойдет. Все, теперь я готов к радиации. Дверь Эй. У нас дверь Эй. Пацаны, как туда заехать можно? На метрошке. На вот этой. Либо же здесь спуститься. Нужно через метро туда, пацаны, заходить. Мне кажется, он будет... Ё-моё, еще киллбоксы. Этого я и не видел. Я вон там заметил киллбоксы. Еще разрывы. Парни, но мне кажется, что... Все, кто был на карте, они мертвы уже. Сколько киллбоксов? Я вообще ни разу даже в нормальных катках не видел. Ё-моё. Но я имею в виду не в штурме. Дичь. Сейчас пойдем попытаемся подождать типа на двери Эй. Но мне кажется, вот как раз таки вот тот тип... По которому я стрелял, это был последний человек, который находился на данной карте. Боты все живы. Пацаны, ратка может быть даже вообще не лутанной. Блин, ну если это так, то это тоже не слишком интересно. Потому что лутать мне ее впадло, да, пацаны? Скорее всего, ратка... Прикинь! Вообще может быть не лутанной. Давай скинем вот так. Ладно, фиолку не буду забирать. Дай слиток, либо груду. Вот такое мы заберем. А фиолку, ну смысл? О! Хватит. Слушай, хорошая ратка. Сейф хороший. Сейф, кейс. Ботинок по нему хватит. Пацаны, я все-таки попытаюсь его забрать на двери. Повезет, повезет, не повезет, не повезет. Черное письмо, ё-моё. Если что, сам потом залутаю и выйду. Вы сами, да, слышите все, ребят? Только бы он не сразу побежал на дверь, ё-моё. Хоть бы он сразу пошел на этот. Ну, там полутался. Хотя, может, у него письма и нет. Просто меня сейчас радиация схавает. Пускай пол 6 лутает ратку для меня. Пацаны, я походу провтыкал, я Жекой говорил по телефону, по вайберу. Ё-моё, и дверь открылась. Блин, а... Да.
Ё-моё, хлопцы, я не знаю, что делать. Тупо завтыкал. Блин, буду байтить на себя, пускай подбегает. Да. Ё-моё. Ё-моё, вот это лоханулся. Меня Жека набрал, говорит, что ты будешь играть, и сидим с ним. Ждем, 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 ждем. Я потом как увидел, что уже черная дверь открылась. Ёлы-палы. Ай-яй-яй-яй. Надо было граниками дальше. Это меня зона схавала. Ладно, пофиг. Как думаешь, он убежит или будет ждать меня? Три хаешки, моликов была куча. Блин. Так, а ты видел, там был еще один этот. Штурмовик, скорее всего. Он его закрыл. Откуда он взялся, если куча киллбоксов на карте? И где-то еще взялся чел, который закрыл еще одного чела. Я думаю, что он уже на выход свалил. Смысла долутывать ему тут уже нет. Петушка оставил на двери. Это пес даже был! Это был пес и последний чел на карте. Блин, а... Да, конечно, он на выход убежал. Ёлы-палы, что за нефарт? Блин. Еще ж говорю Жеке, Жека, мне надо full focus быть. Он говорит, да, уже какая минута у тебя? Говорю, седьмая, уже никто не придет. А вдруг у него письма нет? Ну-ну. Блин. Тут еще не лутано. Пацаны, ну у меня нет желания эту катку даже продолжать на самом деле. Реально, я такой шанс просрал. Просто было все молики, хаешки, еще кейс. Капец. Это тоже закрыт? Не, этот открыт кейс. Вот этот я имею в виду. Граники есть. И чел просто спетлял. Не, ну а что ему делать было? Давать шанс какому-то штурму? Зачем? Еще киллбоксы, слушай. Так а зачем мне выходить, пацаны? Черное письмо залутал. Ну вот, что залутал. Хотя мог намного больше, можно было бы еще коробки подлутать. Еще киллбокс! Ну, фиг с ним. Надеюсь, следующая каточка у нас получится поярче. Ой-ой-ой-ой, ребята, ничего себе, что за спавн. Еще и с граником. И 5 гранат к гранику. Это топ из топов удачи в топе, потому что, когда я спавнюсь в шелтере, потом у меня катки идут нереально удачные. Я не знаю, почему таким образом происходит. Возможно, из-за того, что здесь к боссу близко. Хотя около солевого спавн там еще ближе. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, просто самовнушение. Но я думаю, если ты давно следишь за моим каналом, вижу типа... Вижу типа, и это не штурм. Если ты давно следишь за моим каналом, ты шаришь, что когда я спавнюсь непосредственно в шелтере, мне прет. Пацаны, фулл 6 опять АФК. Пару дней назад я только выкладывал видос. Наверное, неделю тому назад. Как фулл 6 был АФК. И снова фулл 6 АФК в штурме. И опять будут писать постанова, постанова. Но постанова так постанова, пацаны. И что у нас? Да ладно. Да, пацаны, именно постанова. Ну как могло с него ничего не слететь? Ё-моё, только патроны. Как? Лучше бы действительно была постанова, и он упал золотым. Обидно. Это, наверное, даже обиднее, чем когда находишь кейс, а там ничего нет. Ё-моё, сталик еще золотой, живой. Что мне с ним делать? И кто-то идет. Слышу, топает. Вот так. Пацаны, я не знаю, что делать. 2 патрона на граник. Ага, это голяк. Ладно, и не закрылся. Не закрылся.
От одного патрона не закрылся, он же абсолютно голый, ё-моё. Фулл 6 нужно 3, по-моему. О! Ой-ой-ой, вы... штурмовик пульнул по боссу, сейчас его боссы закроет. Не, шестерка пришел. Что тут вообще за экшен происходит? Слишком много экшена на пару секунд. Закрыл его? Да, вон киллбокс. Шестерка закрыл Галяка. И он не знает, что я здесь есть. Он не знает, пацаны. Но, опять-таки, одного граника мне не хватит ни на что. Просто тупо ни на что. Я не знаю, что мне делать. Вот прям хоть бери, блин, стена рядом. И вот так вот. Просто опускаются руки. Что я могу сделать, ребят? 10 бинтов, 1 патрон против шестерки. Блин. Блин. Ну, другого слова в голову сейчас не приходит. Только одно слово, блин. И ботик там валит по этой фулл шестерке. Пацаны, заныкаемся, будем сидеть здесь. До Талова будем ждать его просто. Ну, типа, план таков. Сейчас захилиться и ждать того момента, пока он пойдет файтить босса. И, возможно, когда он будет файтить босса, босс его подкоцает, а мы граником по нему пальнем и попытаемся забрать. Как вам такой вариант событий? А, я же здесь был. Тю, туплю. Давай здесь чекнем. Вдруг МКшка-вышка. Было бы неплохо. АВМ улучшенная. Ё-моё. Хоть возьми и так вот боссику хедшотик. Просто пам. Но оно ж не шотнет его, если б шотнуло. Ух. Надо лёжа. Надо лёжа. Слышу его. Надо лёжа, пацаны, отползать. Я только подумал, что возможно он вернется, и как раз он топнул. Я услышал. Надеюсь, что у него не мега-имбовые наушники, или он вообще играет без наушников, и не услышит то, что я отползаю здесь, протираю полы, так сказать. Но опять-таки, АВМ-ка, 5 патронов, шансов у меня против МК-шки и вышки, тупо минимум. Но постараемся сделать контент, почему бы и да. И похер на то, что я ждал, пока меня в штурм запустит минут 20. Кем он файтится? С ботами? Напиши, если ты играешь в соло в штурм, за сколько запускает тебя. Хоть бы не сзади вышел. Меня очень долго грузит в штурм. Очень долго почему-то последнее время. Ну? О. Ну что, поймаем мы тайминг или нет? Почему он не файтит? Алло? Чел? Что-то можно делать, там оружейки открытые. О. Он босса стакает, я понял. Он застакал босса. Давайте еще раз, он по нему валит, и мы... Так босс по нему даже не стреляет, хлопцы. Единственное, что мы можем сделать, это его напугать и убежать, постараться. А ну. Добрый день. Не, ребят, я попал именно четенько, но к сожалению. К сожалению, вы сами все видели, он... И бежит еще за мной. Не испугался? А вдруг у меня есть еще граники и МКшка-вышка? Алло, чел, ты чего? Не, пацаны, надо давать на ногу и будем... О, хаешечки бросает. Будем валить в сторону солевого босса. Я, если честно, уже жду обнову, максимально жду обнову, чтобы там были кастомки, как разрабы обещали, и еще куча-куча всего. Я думаю, если вы смотрели мои видео, вы знаете, что нас ждет в обнове. А что нас ждет в кейсе? В кейсе нас, к сожалению, ждет вторая броня. Да что же закатка такая, ё-моё. Говорил, что фартит после выхода с шелтера, а по факту имею только второй броник и первый шлемак. Но, хотя, нам игра подкинула АФКшника шестерку, фулл 6, но, к сожалению, с него ничего не спало. К сожалению. Хотя контент мог бы быть максимально крутым, если бы с него хотя бы упал... Ну, броник с пластиной. Не говорю уже про МКшку, про шлема. Хотя бы броник с пластиной. Это была бы имбулечка. Чекнем оружейку, но я думаю, что она уже чекнута до меня, пацаны. Слишком долго я провозился с той шестеркой без толку. Ё-моё, и тут все залутано. Ни одного оружия нет. И чел сейчас будет бежать в радиацию. Найс. Понял. Принял. Я в шоке, ребят. Ничего не скажу. О, это ботик, да? Это ботик, скорее всего. Ну, конечно, это бот. А это? Ну, это тоже.
Я чуть было не забыл забежать на рептилоида. Это что же у нас? Один из мегабоссов. А вдруг там сейчас золотую пушку кто-то забыл, а? Либо же золотую броню. Вы же часто в комментах пишете, что рептилоид. Либо же ящер, как его называют, падает золотым максимально часто. Только мне он не падает. А ну, а ну. Что за золото? Джишечка и берил. Чё? Берильчик заберем. Если вдруг найдем семерки, а вот и не, это девятки. И граник еще один. Ё-моё, что ж так фартит на граники, но так не фартит на все остальное. Я не знаю, имеет ли смысл бежать в ратку без патронов. Надо хотя бы поискать, возможно, еще киллбоксы, которые могут там быть. Ну, без патронов, без моликов, без хаех нам там делать нечего. Хотя бы патроны. В идеале, конечно, молики, хаешки. О, киллбоксич, ну. Я понял. Это не те патроны, которые нам нужны. Тут же в начале обычно такие мегафайты происходят. Почему не в этой катке? Почему? Игра, подсыпь мне хотя бы молик, чтобы я смог закрыть шестерочку. Хотя бы не закрыть. Да, это так пафосно звучит. Закрыть шестерку в штурме. Не закрыть, но хотя бы попытаться. Попытаться напугать, вот так скажу. Который будет открывать, я надеюсь, одну из дверей. Я не запомнил, какая дверь у нас. По-моему, дверь B у нас. Да? Для открытия. Ну, вроде так. Рюкзак второй. Вот и все. Но здесь тоже. А, нет, дверь. Эй! Ё-моё, я думал, дверь Би. Даже фиолки нет, хлопцы. Даже фиолки. Киллбокса вообще. Ну, ты сам все. О! О! Аптечечку сейчас быстренько залутаем. Хочу большую аптеку и таблетки. Понял. Ну, так тоже пойдет. Шприц тоже пойдет, в принципе, чтобы заходить в радиацию. И еще аптеки! Киллбокс, аптечка. Ой-о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 й
катки был шестой чувак был. А тут попросил хаешки, молики, и как раз игра так разложила их аккуратненько, как будто для меня все скинуто. Не, да я согласен, да. Выглядит как постанова, но если бы можно было снимать постановы в штурме, я бы обязательно, пацаны, их снимал, потому что очень тяжело снимать контент в штурме. В том плане, что очень долго приходится ждать подбора. Если кто-то знает, как можно снять постанову в штурме, обязательно напишите в комменты. Возможно, я как-то сниму по вашему комменту видосик. Так, что мы еще заберем? Я даже не знаю, пацаны. Сковороду обязательно, обязательно. И чё? Куда бежим? Пойдем кемперить сразу дверь, либо сходим еще на ракеты. Опа-на! Походу мы уже пришли. А с кем он файтится? Я еще не видел, чтобы там вызывали флайер. Ну, типа, обычно в таких местах вызывают, где ты знаешь. Я его даже не вижу. А это, походу, чел рандомно вызвал флайер. Еще молики, хаешка, спасибо. Хлопцы, ну я постараюсь что-то сделать. Контентик. Контентик-ще. Не контентище, а контентик-ще. Попробуем. Возможно, нужно было бы прям до фула отхилиться и потом заходить. Что тут у нас? Дай пластину. Ой-ой-ой, бронечка. Ё-моё, с пластиной броня, пацаны, имба. Имба, разрывов куча, та ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой, челик. Он на крыше, да? Он на крыше и байтит просто. Но я не вижу его. Бежит, слышу, вижу. Кулачком, ничего себе, киберспорт. Интересно, он услышал, что я здесь? Но я сомневаюсь. Куда бежит, почему на дверь би? А ну иди же ты сюда. Ладно! Да ну ладно, пацаны, сколько я в него залил! Я тупо все в него залил! А он меня с пары пуль снес. Как-то!